Парковка на газоне. Часто жители города возмущены такой проблемой в своих дворах. Однако не все знают, что в этом случае можно обратиться с жалобой в отдел контроля администрации. Если вдруг вы увидели припаркованный автомобиль на территории, предназначенной для озеленения, это газон, вы можете прислать нам фотографию, либо принести физически это в отдел контроля управления правового управления в 313 кабинет с указанием места, времени и фотографии, соответственно, приложите. Мы обязательно примем это в работу и рассмотрим дело административного правонарушения. В полномочии комиссии входит вынесение предупреждения, наложение денежного штрафа и закрытие дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Рейдовые мероприятия проводятся регулярно. И я еще раз хочу обратить внимание, что да, на территории города Копейска есть распоряжение об определении перечня лиц, уполномоченных составлять протокол административного правонарушения. Фактически это их повседневная деятельность. То есть те сотрудники, которые осуществляют непосредственно свою деятельность в администрации города Копейска, это сотрудники управления, правового управления и начальники территориальных отделов администрации, управления городского хозяйства, управления экономики, они все уполномочены составлять протокол административных правонарушений. Соответственно, в процессе своей текущей деятельности они регулярно выходят, смотрят территорию, если где-то зафиксировали какое-то правонарушение, они актируют, составляют протокол и уже направляют в административную комиссию на рассмотрение. Все денежные взыскания направляются в бюджет города. Однако, если человек не согласен с решением комиссии, то он вправе обжаловать его в судебном порядке.